Алене Гольцовой 17 лет. Она учится в школе номер 35 и около 5 лет состоит в волонтерском содружестве. Хочет, чтобы больше людей заинтересовалось волонтерской деятельностью. Для этого она придумала и реализовала проект «Жить с содружеством», который представила на городском конкурсе «Я волонтер». Вместе с активом школы Алена организовывала встречи для учеников с гостями из разных волонтерских объединений. Я очень люблю волонтерство. Я сама очень активная, позитивная. Я очень люблю работать с ребятами. Мне нравится просто быть человеком, который может быть опорой для ребят. Городской конкурс «Я волонтер» проводится 10 лет. За это время было представлено около 400 проектов. Дети сами придумывают идею и реализуют ее. Им могут помочь педагоги и родители. Победителей определяют в нескольких категориях: экология, патриотизм, милосердие, здоровый образ жизни, волонтерская журналистика, инклюзивное волонтерство. В каждой из номинаций можно занять первое, второе или третье место. Все написанные и реализованные проекты, они социально значимые для нашего города. В первую очередь, они значимые для школы, для семьи. Это самое главное. Вот. Ну и, конечно, реализация своих творческих, социальных потребностей. Это очень для нас актуально. Очный этап конкурса «Я волонтер» проходит 2 дня. Участники презентуют и защищают свои проекты перед судьями, отвечают на их вопросы. Победителей объявят в марте. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.